Казани стартовала студенческая регата. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ, академическим дисциплинам и лодках «Дракон» завершат грибной сезон этого года. Марафон «Люблю Татарстан, иду на выборы» проходит по всей республике. В Казани 17 сентября пройдет первая экскурсия по Ново-Татарской слободе. Экскурсия стартует от парка имени Тинчурина в 13:00. Участие бесплатное. В Италии стартует самый поздний в 2016 году Сабантуй. Площадкой для праздника станет Российский центр науки и культуры в столице Италии. В школах Казани ведут занятия по гольфу. С этого учебного года в Татарстане стартует проект «Гольф в школу», участниками которого станут 16 школ Казани. Проекты от Татарстана вышли в финал национальной премии Russian Event Awards. Это Всероссийский форум туристских волонтеров «Ай-Про» и музей-заповедник «Остров Град Свияжск». Проект «Мастер и Маргарита. Я там был» объявил кастинг котов на роль кота-бегемота. Хозяева котов до 25 октября должны выложить фото любимца ВКонтакте или в Инстаграм с хэштегом «КотММ». Будущее уже рядом. Беспилотные автобусы «КамАЗ» появятся в 2018 году. Участники машиностроительного кластерного форума, который второй день проходит на набережных Челнах, делали смелую попытку выработать решение по дальнейшему развитию отечественной автомобильной отрасли. Отопительный сезон в Казани стартует 19 сентября. В первую очередь тепло будет подано в объекты здравоохранения, детские, дошкольные и образовательные учреждения.